Добрый день, дорогие друзья! В этом ролике полюбуемся на вот этих красавиц ос камари, которые родом из Пакистана. Некоторые наши зрители спрашивают, почему же у них такие длинные большие уши. А оказывается, они выполняют такую роль терморегуляции, потому что эти козочки происхождением из жарких широт, и поэтому там, чтобы вот не перегреться, уши как раз этому способствуют для теплообмена. Поэтому на все есть ответы, причем научные. Кстати, друзья, эти козы действительно, не только эти, вообще все. Вон там какой красавчик. Белый кенгуру в Алабе. Побежал, попрыгал. Ему здесь хорошо, в этом вольере огромном. Потому что в бабушкином дворике там очень много бесцеремонных наглых поросят. А здесь все-таки с козочками ему более комфортно. Так вот, друзья, из-за того, что козы, они очень неприхотливые, поэтому их разводят в таких, соответственно, и местах, где коровам просто-напросто некомфортно, где они не смогут давать нормально молока и вообще нормально жить. Поэтому вот и на территории нынешней Сахары раньше была растительность. Не всегда это была самая огромная пустыня в мире. И вот местные жители увлеклись разведением коз, а те, в свою очередь, едят все подряд. Они обдирают кору с кустарника, выедают траву вместе с корнями. И таким образом шло истребление растительности, и пустыня постепенно разрасталась, и вот достигла таких огромных размеров. Хотя, если говорить объективно, то пустыня Сахара не самая большая в мире. Самая большая пустыня антарктическая, холодная пустыня. Но фактически все говорят, что, конечно же, Сахара. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Всем мира и добра. Пока-пока.